Лена, свободный руку хлопок. Старайтесь меньше двигаться сами. Партнер должен двигаться, я хочу стрелять. Все вокруг меня происходит. Что-то? Да, и партнер должен успеть. Если намерение будет правильное, то партнер все время успеет. Если хоть какой-то зажат будет, там не будет. Если только здесь давления нету, да, получается, догонялки будут рука, центр на месте. Вот ваша задача организовать связь центра с рукой. Премиум как единое целое. Нужно связаться с партнером. Продолжаем. Соединяемся с движением партнера, локоточек вниз и отталкиваем от себя. Столкновение. В тот момент, когда я даю движение партнеру, перенаправляем локоть в сторону, включаемся. Вспоминайте упражнение Энто-сенсей Лав. Да, вот здесь вот связь. Да, и если я буду давить, ничего не происходит. Нужно убрать руку в сторону, и тогда получится сместить его с места. Да, здесь идея та же самая. Далее опору. И здесь локоточек в сторону и вниз, там, где нет партнера. Да. Не падайте заблаговременно, пожалуйста, двигайтесь. Ну да. То есть не нужно заранее падать, вообще в принципе. Желательно все время оставаться на ногах. Если вы будете мягкие, вас будет уронить очень трудно. Если жесткие, скорее всего, ноги будут сразу же терять опору. Далее атари, столкновение, потом мусуби, соединились с движением партнера, и в этот момент локоть в сторону и на ноги. Соединились, локоть в сторону. Даю двигаться, локоть возвращаю. Задача партнера не упасть, а сделать так. Стараюсь сейчас совсем не падать, но ты не знаешь, что нужно сопротивляться. За счет мягкости стоит на ногах. Есть? Нас начинают толкать, за место падения нужно вытащить ножки и набрать дистанцию. Все это должно происходить за счет того, что вы центр отодвигаете. Не за счет того, что вы побежали, все бросили и побежали назад. Давление. Я отодвигаю центр. Наладить связь руки и центра. Это не значит, что нужно сделать. Бросить руку, а потом отойти. Раз. Два. Сейчас пружин. Как вот в этом уравнении. Точно так же. Куда я двигаюсь? Пониже, просто уровень.
бросаете руку. Тебя вот этот мячик толкает. Старайся представить, что это железный пруд. Не вата, а железный пруд, который сгибается, потом разгибается. Связь. На разгибание, пожалуйста. Живот все время работает. Смотрите, сейчас подпускали вот сюда. Сейчас дугу задайте сверху вниз. То же самое. Локоть назад. И если у партнера удалось удержаться, сейчас вот такой вариант. Вот такой был. То есть мы делаем первое действие и старайтесь все-таки его использовать, чтобы партнер пытался все-таки расслабиться и хоть как-то научиться переставлять ноги. Если он падает, ну, значит он только до этого момента дошел. А если вам не удалось потренировать ремень ноги, придется первое действие отрабатывать. Соединились, локоть в сторону, назад. Вот сейчас хорошо получилось. Соединились. Пустим себя партнер. Дайте двигаться. Здесь и сразу. Я не факт, что я буду давать все время атаки. Вот столкнулись, вот на давление. Сейчас мы столкнулись. То есть никто этого не знает, вы только можете создать, да? То есть визуально не должно быть похоже, что сейчас будет то или другое. В любой момент могу руку отдать, соединить с ее движением. Вот сейчас атаки. Это мусульман. Атари. Все время столкнулся. Я хватаю руку, партнер только в конце сам. Там в конце, вот здесь. Дождались ответа. Вот партнер пошел вместе с ним. Остановление, соединились с движением. Оставили голос. Дайте партнеру возможность двигаться. Не останавливайтесь. Может быть, еще и не произошло. То есть это может быть бесконечно, на самом деле. Это бесконечно. Есть? Кто-то гаешь?